Счет он составил 17,99. Напомню, мы взяли две пачки картошки, мы взяли одну порцию крылышек в соусе, мы взяли пепси, и мы еще добрали один сырный соус. Кстати, это оказывается не соус, это настоящий сыр чеддер, да? Чеддер. И мне его принесли, он еще был теплый. Клакстер, кстати, это франчайзинговый бизнес, поэтому если у вас есть возможность открыть его, открывайте, вы будете первым в Украине. Ладно, все, пока, до нового места.